Михаил, поздравляем с победой. Казалось сначала, что по счету 2-0 и дальше будете только наращивать преимущество, но что пошло все-таки не по плану? Я считаю, мы прекратили играть в тот хоккей, который начали, немного расслабились, и инициатива перешла сопернику, в принципе, и они забили свой гол, и уже игра была на грани, они сравняли. Довели снова дело до овертайма, опять-таки победа. Может быть, уже даже выходя на лед, чувствовали, что сейчас снова дожмете? Или такого нет? Ну, конечно, за счет победы уже приходит где-то уверенность, правильные действия. Уже легче становится играть при таких условиях. Ну, конечно, Саша Хмелевский молодец, он выполняет свою задачу в овертайме. Словат дома не очень хорошо играл до определенного периода, много проигрывал, но сейчас уже 10-я победа в 11 матчах последних. Вот что изменилось, может быть, как-то, почему лучше именно стали играть на Уфа-арене? Ну, мы на самом деле, понятное дело, разговариваем и претензии друг к другу предъявляем, и где-то уже чуть погромче друг другу говорим, когда начинаем страдать непонятно чем. Перестраиваемся и делаем правильную работу, и за счет этого я считаю, что мы выигрываем. Ну и последний матч домашней серии будет с Витязем уже через 2 дня. Они сейчас в хорошей форме, там 16 очков в последних 10 матчах набрали. Что думаете по поводу предстоящей игры? Я думаю, будет очень интересная игра, и это будет хорошая проверка как для нас, так и для них. Скоро плей-офф, надо играть в свой хоккей правильно и придерживаться этого плана.